Хорошо. Любите ли вы модные вещи? Я вот люблю. Любите ли вы модную музыку? Да, я люблю и R&B, и все остальное. Ну, за исключением той интерпретации тяжелого рока. Ну ладно, это уж мои вкусы. Давайте поговорим еще немножко о музыке. Примерно 2 года назад замечательная такая композиция под названием Temptation. Начиналась она таким образом. What's the color of your life? Да какого же цвета вашей жизни? Ну, а в песенке Раша звучала фраза Temptation is my life. То есть притяжение — это моя жизнь. Почему сегодня небольшое музыкальное выступление? Ну, я думаю, что у нас сегодня хорошее музыкальное настроение, которое нам обеспечил серебряный саквояж, что на советский 158-2, и в очередной раз он обеспечил нам такое хорошее настроение продукции фирмы Хафей. Мы ездили, конечно, на Хафей Брио, но сейчас Хафей существует, как и мы и обещали, в самой доступной и в самой богатой комплектации, в том числе и цветовой. Вообще, конечно, очень веселая машинка с очень веселой ценой, начинающаяся от 7690 долариков и кончая уже в пересчете на рубли 290 тысяч. Причем вот там, где 290 тысяч, там есть все. Здесь, кстати, тоже есть много и чего, но там есть и аэрблэги, и полный электропакет, и литье, разумеется. Давайте немножко расскажем, что такое из себя представляет фирма Хафей. Это далеко не отверточная сборка. Есть такая река Сунгари, помните, такая пропиаренная в наших средствах массовой информации, типа Китай нас заражает, алярм. Так вот, на этой речке Сунгари стоит городочек небольшой. В Китае небольшие городочки. Кстати, меньше миллиона там городочков-то и нет. Ну и производит там вот этот автомобильчик. И на эмблеме кафе есть река Сунгари, собственно говоря. Этот автомобильчик, как мы уже неоднократно говорили, сделан в Китае, но как-то совсем не по-китайски. Ничего не сдуто, за исключением, ну, пожалуй, двигателя, который сдут в лучших китайских традициях, движка фирмы Honda. И кто-то может сказать, что почему-то Smart — это такая, ну, стильная машина. Я скажу, Хафей Брио не менее стильная машина, тем более, что кузов сделан итальянским дизайнером из Пининфорино. Как мы едем? А едем с прекрасным остеклением, с прекрасным удовольствием. И кто-то может сказать, что двигатель 1 литр — это несерьезно. А здесь движочки есть еще и 1.1. Но вот некоторая тракторность этого двигателя говорит вам о том, что вы можете на двигателе в 1 литр, всего 1 литр с мощностью 46 лошадиных сил, ехать спокойно на 5 на 60 км в час. Об аппетитах говорить не будем, но скажем, что они более чем скромные. Ну и в заключение о цветах жизни. От серебряного саквояжа, который он щедро дарит вместе с подарками при покупке Хафей Брио. Перечислять эти подарки я не буду, но скажу, что их очень немало. Вы в этом сами можете убедиться, приехав в серебряный саквояж, что на советской 158-2. А в заключение еще и вот что скажу. С учетом тех аппетитов, которые есть у моих автомобилей, я бы сказал так, что надо очень серьезно задумываться о бизнес-автомобиле. Кто-то может сказать, что бизнес-автомобиль — это Mercedes S-класса. А с нашими пробками и с ценами на бензин, вот по бизнесу лучше мотаться на Хафей Брио, а понты давить на Mercedes-Benz S-класса. Ну и письмо вдогонку. Такой приятный автомобиль в течение марта месяца имеет еще приятную припарку от серебряного саквояжа. Это 15 тысяч рублей. Подарок при покупке продукта китайской кухни с итальянским ароматом. Хафей Брио.